Всем привет! Сегодня у меня был незапланированный поход фикс прайс. В общем-то, пошла на работу в ночь. Пришла, смотрю, автобуса еще нету, так как на улице погода не очень была, решила зайти в фикс прайс. Думаю, просто посмотрю, что там есть интересненького. Ничего покупать не буду. Зашла, даже корзинку не взяла, ничего. Прошла так, думаю, пойду посмотрю. Может быть, что-то новое в шампуньках там покопаюсь. В общем, увидела я свою хотелку. Вот такой вот набор замечательный от Johnson Body Care. Здесь у нас гель для душа и мыло с ароматом розы. Очень я хотела этот набор. Видела у девчонок, представляете, стоит всего лишь 77 рублей. Он был запечатан вот так вот. Конечно, по-хорошему надо было взять штуки 3, но так как у меня денег с собой было мало, в общем, решила пока взять себе. Думаю, хотела еще взять, чтобы дома стояли, мало ли, на подарок. Мне кажется, вот вообще очень классно такая упаковка. Гель для душа здесь 250 миллилитров и кусочек мыла 125 грамм, большой такой. И мы уже открыли, я как только пришла на работу, у меня сменщица сразу увидела, говорит, что там у тебя в пакете такое красивое лежит. В общем, мы с ней все достали, распечатали, понюхали и посмотрели. Гель такой перламутровый белый. Пахнет очень приятно, такой ненавязчивый аромат цветочной розы. Вот, я думаю, кто даже розу в косметике не любит, тут, мне кажется, все равно понравится, потому что он, ну, ненавязчивый. Классный, в общем, набор. Я как-то покупала другой набор, где гель для душа и лосьон для тела. Это в магазине был 200 рублей. А вот такой вот с мылом был 180 рублей, я видела. Этот набор за 77 рублей, мне кажется, это вообще супер-мега выгодная покупка. Так что, девчонки, кто увидит в магазинах, хватайте по несколько штук. Я думаю, лишним никогда не будет. Далее, еще свои хотелочки купила. Очень много баночек привезли, наконец-то, нам. Взяла вот такой вот скраб для тела антицеллюлитный, лимонно-солевой. Ну, решила взять, который еще не пробовала, в общем. Открыла, посмотрела, он такой маслянистый. Хотела, конечно, чтобы был запах лимона, но как-то у него какой-то неприятный, я бы сказала, аромат. Ну, ладно, думаю, ничего страшного, главное, чтобы работал. Я думаю, что это будет такой жесткий скраб, так как там соль крупная. Вот. И второй скраб взяла еще вот такой вот же разжигающий ореховый. Ну, тоже как бы слышала не очень хорошие отзывы о том, что скраб этот так себе. В общем, практически ничего не делает. Но все равно очень хотела попробовать. У этого аромат... Мне очень понравился. Он такой, знаете, и выглядит даже как мороженое с шоколадной крошкой. Пахнет тоже таким вот каким-то сладким кофе. Что-то вроде этого. Баночки стоили по 55 рублей. Но остальное я ничего брать не стала, так как я уже пробовала остальные. Вот, хотелось взять еще такие. Далее взяла ролик для одежды. Очень мне нужен был. Так как у меня дома белый кот и все это в шерсти в белой. В общем, у меня ролик закончился из фикс-прайса. Но вообще, конечно, я зареклась там брать, потому что, ну, качество этот ролик плохого. Стоил он 51 рубль. Я сейчас его распечатывать не буду, так как мне еще домой нести. Во-первых, он жутко воняет. Вообще, просто когда его открываешь, ужасный запах. И такая намотка у него, знаете, вот и в магните я брала ролики, мне нравились. Они там как бы по спирали вот так намотана, эта липкая лента. А здесь просто такой как бы пунктир, по нему отрываешь, очень неудобно отрывать. Он весь
по несколько листов отклеивается. Ну, в общем, неудобный. Ну, деваться некуда было. Вот два раза в магнит заходила. Не было у них роликов. И в ближайших магазинах тоже нигде не видела. Только что пришлось опять брать в фикс-прайсе. Но вообще, конечно, не советую брать. Пришлось взять, так как за несколько дней, пока ролика дома не было, все обросло белой шерстью. И взяла еще батончики, вот такие несколько штук. Тоже муж просил купить. Протеин бар с кокосом. Что-то вроде баунти. Вот. Решила все-таки поделиться с вами маленькими покупочками. Я очень довольна. Вообще, это мои хотелки. Конечно, я как увидела, сразу начала хватать. С полными руками дошла до кассы. Больше ничего не стала смотреть. Думаю, то все деньги истрачу, потом домой не на чем будет ехать. Вот, в принципе, все мои покупки. Покажу чек. Сейчас сфокусирую. Так, секунду. Не хочет. Вот адрес, если кому интересно, из моего города. Просили сообщить, когда будут наборы. Так что, вот, Олеся, сообщаю тебе. В нашем магазине они появились, правда, их там мало осталось. Ну, может быть, у них еще на складе есть. Не знаю, в общем. Если следующий мой поход будут еще, я, наверное, еще возьму. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока.